Приятно, что появляются оценки за 15, и тем более на коне. Пятнадцати четыре была его оценка в первый день. Скрещение стойку выполнил Никита Нагорный. Серия кругов на ручке, выход в стойку. И скрещение опять. Русские круги на ручку, пол прохода. Проход Мадьяр по ручкам, проход назад на Шивадо, но это не полный проход Шивадо. Ну хорошо, хорошо. Дмитрий Ланкин 14633, только на прыжке лучшая оценка. И Даниленко Сергей 3.